Видео не про стерн, обычный стерн, все работает, задний переключатель для серы, все работает адекватно, тормоза работают адекватно. Видео про вилочку. То есть клиент хотел облегчить велосипед, катается он только по городу, заказал вот такую вилку. Это 26-я вилка, китайская, Китай Карбон, производство Тузик, Тусик. Она чуть-чуть, буквально пару сантиметров короче, чем оригинальная 26-я. То есть, если вы ставите на велосипед жесткую вилку, то лучше брать не 26-ю, а 27-ю или 29-ю. То есть, померьте, какая у вас изначально высота. Вилка намного легче, чем оригинал. У нее был очень длинный шток. Это мы обрезали уже сантиметра, по-моему, на 4 высоту штока. Но при этом поставили вот такой вот вынос. То есть, клиент хочет сидеть с очень такой удобной посадкой городской, классической. То есть, это у нас гибрид. Видите, да, вилка чуть-чуть вниз смотрит. Угол атаки колеса изменился, поэтому лучше брать вилку чуть-чуть подлиннее. А я хотел рассказать про крепление крыльев. То есть на любую вилку абсолютно можно взять такие вот металлические хомуты. То есть это у нас идет перфорированная лента, достаточно толстая, оцинкованная, то есть не ржавеет, не гниет. Вот здесь дырочки везде видно. И дальше надевается термоусадка любого цвета, обычно черная. И можно обогнуть даже вот такой вот треугольной формы. Если долго постараться, то можно сделать вот так вот. И дальше крепится уже обычное крыло. К сожалению, вот здесь вот высота достаточно большая. Опустили ниже. Можно было нарастить, но решили, что так вполне себе будет тоже симпатично. То есть можно вот сюда еще вставить какую-нибудь тоже металлическую пластинку и к ней уже прикреплять крыло. Сейчас я схожу, куплю другой винтик покороче, потому что таких длинных у меня нету. И все. И крыло будет смотреться очень даже оригинально. Сзади вообще все замечательно. Черных у меня, к сожалению, нет крыльев, но в целом пластиковый подходит достаточно неплохо. Такой вот велосипед. Все едет. Получился он очень легкий за счет того, что поменяли вилку на карбон. Самое главное клиенту, что понравилось, то, что она в цвет. Она очень подходит по цвету, именно поэтому он ее и приобрел и установил.